Здравствуйте, девочки, как у вас сегодня торговля? Отлично. Рузанна Варильджан – хозяйка небольшого продуктового магазина в центре Адлера. Еще в начале года перспективы развития ее бизнеса были туманными. Все дело в том, что ее магазин был исключен из схемы дислокации нестационарных торговых объектов, а значит, не мог продолжать работу. Причина – павильон не соответствовал необходимым требованиям. Но местные власти магазин не закрыли, дали возможность исправиться и даже помогли разработать проект. Теперь магазин оборудован всем необходимым. Поменяли все – облицовку, вывеску, установили пандус, цветовые указатели для маломобильных покупателей, урны и даже горшки с цветами. Конечно же, большую роль в этом сыграло понимание наших руководящих руководителей. Особенно большое спасибо главе города. Дал время отработать все это, устранить. И вот теперь, слава богу, мы работаем, у нас все хорошо. Магазин Рузанны Варильджан и еще 130 торговых объектов снова включены в схему дислокации. Это в основном сезонные точки, магазинчики сувениров и курортных товаров, продуктовые павильоны и палатки. Тему взаимодействия бизнеса и власти обсудили Анатолий Пахомов и Олег Ясюк, заместитель мэра, курирующий эту отрасль. Надо внимательно изучать запросы каждого предпринимателя. И ни в коем случае нельзя убирать объекты просто потому, что они нам не нравятся. Надо просто предпринимателю ставить задачу, каким должен быть объект. Предпринимателю не надо его оставлять без куска хлеба, ему необходимо дать возможность заработать. По вашему поручению проведена такая работа. Вместе с депутатами, с предпринимателями мы встретились. И, конечно, мы все знаем, что основной заработок – это летом. Эти предприниматели все работают. Параллельно мы с архитектурой проводим работу подготовки к единому архитектурному облику. Тесное сотрудничество предпринимателей и власти – это взаимная выгода, отмечает Анатолий Пахомов. Город создает все условия для комфортной работы малого и среднего бизнеса, как основы экономики курорта. В свою очередь, предпринимателям тоже нужно идти навстречу. Объекты торговли должны украшать город. Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Демид Даниловский, Владимир Киселев. Телекомпания ФКТ.